Завтра в Бобруйске пройдет детский праздник «В нашем доме рады всем». Площадки организуют в 4 точках. В Центре доп. Образования детей и молодежи, в Центре досуга и творчества, в Молодежном парке и в Центре культуры и досуга Ленинского района. Свои таланты продемонстрируют воспитанники учреждений дополнительного образования и спортивных школ. Площадки будут работать с 12 до 15 часов. В Могилевской области завершается уборка зерновых и зернобобовых культур. Осталось менее 5% запланированных площадей. На полях Бобруйского, Быховского, Глузского, Кировского, Кричевского, Костюковического и Осиповического районов комбайны уже справились с намеченным заданием. Хлеборобы области намолотили более 1 миллиона 24 тысяч тонн урожая. Ледовый дворец Бобруйска ждет посетителей на массовые катания в субботу и воскресенье. Завтра сеансы начнутся в 15.15, 18.00 и 19.30. В воскресенье в 13.00 пройдет семейный час обучения катанию на коньках. В 17.00 – занятия по хоккею с шайбой. В 19.00 и 20.15 пройдут массовые катания. Комитет госконтроля области выявил завышенные цены на детское питание в крупной торговой сети. Они превышали установленные законодательством предельные размеры, в некоторых случаях в 8 раз. В каждом втором из проверенных магазинов пресекли продажу социально значимых товаров по необоснованным завышенным ценам. Выявлены нарушения устранены, виновные привлечены к ответственности. Белинвестбанк приостанавливает выдачу кредитов физлицам. Это касается некоторых кредитных продуктов, кредитов на приобретение нового и бывшего в эксплуатации автомобиля, краткосрочного овердрафта. Ранее такие же меры приняли и другие белорусские банки.